Выходи из воды. Единственное требование тренера, которое 11-летний Дима выполняет с неохотой – выйти из воды. Ведь плавание для ребенка с синдромом Дауна – целый мир. 2 года он посвятил этому занятию. Уже и результаты есть. Дима готовится к настоящим соревнованиям. В победе уверен. Я получил кубок и грамоту за медаль. Я очень люблю плавать, нырять, можно стать. Значит, сейчас заходим в речку, одеваешь очки. Ножки работают кролем, по кругу плаваем, ноги кроль, ручки прямые, стрелочки, понятно? 13-летняя Аня, она дал такой же солнечный ребенок, но от товарища характером отличается. Очень дисциплинированно. Тренера Александра слушается беспрекословно. Подход к необычным детям мужчина знает. Вообще с этими детьми очень интересно работать. Своеобразная специфика работы с ними. В более игровой форме и так далее. Они очень дружелюбные, ласковые, очень добрые дети. Я скажу, что дети подготовлены, они могут проплыть 25 метров. Это уже радует, то есть проплыть кролем без спецсредств. Ну, сейчас вот пока идут тренировки, есть дощечка, когда-то ласток и так далее. Соревнования, что пройдут в Москве с 15 по 16 апреля, станут первыми в своем роде. На них соберутся исключительно пловцы с синдромом Дауна. Каждый сможет показать себя в 6 видах программы. 25 метров, 50 метров кролем, брасом, баттерфляй, водный стиль. Вольный стиль. Сейчас готовим документы медицинские, потому что надо обязательно генетическую справку, что мы именно с синдромом Дауна. На турнир съедутся участники из 80 регионов страны. А Дима и Аня – единственные, кто представит в Москве не только Амурскую область, но и весь Дальний Восток. Лучших спортсменов включат в паралимпийскую сборную России. Люди с синдромом Дауна уже успели покорить водный пьедестал. Среди них – 19-летний Глеб Дьяченко. На чемпионате Европы по плаванию он завоевал золотую медаль. А его подруга Флоренс Гаррет стала обладательницей 3 серебряных медалей на международных соревнованиях.